зачатие, я помню не точно. Значит, память моя однобока, но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе, 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе, ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули, надунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти блинные, когда срока огромные, прилив этапы длинные, их брали в ночь с зачатия многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честная компания. Ходу, думушки, резвые, ходу! Слово, строченьки, милые, слово! Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил дом на Первомещанской конце. Там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога, и народ зажигалки тушил, и как малая фронту подмога. Мой песок и дырявый кувшин, и било солнце в 3 луча сквозь дыры крыш просеяна. На Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну, она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши братья по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошная чемодания. Взял у отца на станции погоны словно цацкие, а из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели и отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся, отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем? Он в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Дом всегда был сборщиком, припрут к стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковище вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки, и не досталось им даже по пуле.
время слухи, живи до души, не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули из напильников делать ножи. Они банкрутся в легкие, а никотина черные, по рукоятке легкие, трехцветные наборные, вели дела обменные, сопливые острожники, на стройке немцы пленные, на хлеб меняли ножики. Сперва играли бантики при стенах с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Спекулянка была номер первый, ни соседей, ни бога, ни друзья. Жизнь закончила миллионершей, пересветова тетя Маруся. У Маруси за стенкой говели, и она там тихую пила, а упала она возле двери, некрасиво так злоб умерла. Нашива, как наркотика, не выдержала я этого, богатенькая тетенька Маруся Пересветова. Но было все обыденно, заглянет, кто расстроится, особенно обидела, пока с двумя расстроится. Он дом сломал, а нам сказал, у вас, говорит, носы не вытерты, а я за что я воевал? И разные эпитеты было время, и были подвалы. Было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали дети бывших старшин до майоров, до ледовых широт поднялись. Потому что из тех коридоров вниз подручней было, чем ввысь.